Добрый всем день, уважаемые друзья, мои подписчики в группах Одноклассники, в соцсетях ВКонтакте, будущие подписчики на канале YouTube. Сегодня я еду кормить бездомных диких собак, которые прячутся от злых людей. Вот. Собаки все диковатые, у меня на попечении их собак 40, вот, не считая того, что у меня еще частный мини-приют, вот, в котором находится 48 собак. Вот сейчас мы едем с дочкой по маршруту, где у меня, наверное, 7 взрослых собак и сука со щенками. Вот. Сейчас мы покажем вам, потому что в этом городе у нас все сложно. Вот, работать тьма по стерилизации, по чипованию собак, но, к сожалению, как всегда, у нас работать никто не хочет, и собаки так дальше множатся, плодятся. Вот. Вот моя первая группа собачек, которые живут здесь, вот, в заброшенных гаражах. Вот. Сейчас я пойду их кормить. Здравствуйте, мои зайки! Здравствуйте, мои собаки! Они вам доверяют, да, звоните, приедем, отловим, простерилизуем, прочипуем, чтобы они дальше просто не размножались. Это же бесконечно. Бесконечное мучение, страдания вот этих животных, брошенных, никому не нужных. Ну, почему-то никто не хочет делать работу. Помогать помогают, кормят, наверное, подкармливают. А вот, к сожалению, работать никто не хочет. Никто не хочет позвонить, попросить помощи. Простерилизовать сук, прокастрировать кобелей, тем более у нас работает бесплатная программа. На это выделяются средства. Поэтому, люди, я к вам обращаюсь. Звоните. Мой номер для связи 8-902-900-1610. Звоните. Приедем, заберем, простерилизуем, прочипуем. Мясопродукция куриная. Вот. 24
пачки даром. Если зимой все мясо, куриное мясо. Своровал. Подорожало. Ну, вот. Давайте, малыши, двора. Кушать, питаться. Не отнимай ему малышей. Вот. В общем, ждем вашей любой помощи, потому что в последнее время финансовое положение, к сожалению, у них очень плачевное. Я вижу, собакам даже свой приезд через день. Все, зайцы, все. Ну не... Так, ну куда вы спрёнки? Стойте, дай будем заращивать. Дайте. Вот, сейчас все получите. Сейчас, мои милые. У меня тут было 11 собак. Ну, после гарнизонного стрела в нашем городе. Вот. У меня ушло больше 100 с лишним собак, чипованных, стерилизованных. Вот. Здесь они сами не выживут. Здесь они просто умирают от холода, от голода и от всего прочего. Вот. Ну вот. Тут еще живут собачки тоже, которые ждут, верят, надеются, ждут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, они сейчас обе съедят. Фу-фу-фу-фу-фу! Так, ну а вы и будете голодными. Вот столько их. Именно нуждают мои финансы. Да? Вот, может ли помочь? Ну, так кто, если не мы? В отличие от людей. Они не умеют льстить, да? Они не умеют предавать. Они просто не умеют льстить. Добрее, милосерднее. Кори, мой хороший, кори. Вот такая вот. Нате. Сейчас, мой хороший, сейчас. Кушайте, кушайте. Сейчас я вас покормлю, сейчас. Сейчас, мои хорошие, сейчас. Сейчас, мои милые. Ну, то есть, собак просто голодных. Нуждающихся в помощи тьма. Хочется спасти всех, потому что они дикие, они хотя бы живут и прячутся, чем собака, я поняла, ручнее, чем, да, чем собака больше доверяет людям, тем чаще их травят, убивают. И вот так вот мы кормим сейчас, благо есть возможность покормить их мясом, потому что куриный набор стоит 24,90. Просто тьма. Голодных, холодных, выживающих в таких тяжелых условиях. Единственное, что большой плюс, это рядом у них водоем здесь. Сопутствующих заболеваний очень много в нашем городе энтерита. Спасти всех не в состоянии, хотя бы
Господь в Ветхом Завете сказал, Он создал животное именно нам для любви, для того, чтобы мы заботились о них, чтобы мы помогали им. Вы ходите в храм, я скажу сейчас честно вам, что в наше время храма это бизнес. Вы ходите, кормите попов, всю их свиту, а для меня это бизнес. Рядом, что есть такие вот брошенные, обездоленные, которые действительно нуждаются в нашей помощи, в нашей защите. Ну что, одна-то?